Йо! Бум! Вот что-то, ребятки, потихоньку начинает получаться. Два грисболтика. Давай, давай, давай. 41 калька. Такое, такое, такое. Так, что у нас там по балансу? Баланс 21. Тогда еще одного грисболта и идем в контракт пробуем. Эко. Давай контракт выручай, чувак. 65. 67. И пробуем его. На 100, наверное, 50, ребят. Наемник. Или... Ну, лучше Мортис. Давай средний шанс. Да, ты у нас залетаешь. Ну вот, и как раз еще авик заберу. Вот, ребятки, как-то так потихоньку, помаленьку у нас идут. Идут. Если, ребят, увижу лайки, увижу подписку на Twitch, увижу, ребятки, от вас активность, то я обязательно для вас выбью долбанный нож и его разыграю на прямом эфире на канале на Твиче. Поэтому, пожалуйста, потратьте, ребят, 2 минуты своей жизни, подпишитесь на Twitch. Ведь я каждый день для вас там стараюсь, играю. Я очень хочу, чтобы вы приходили на мой канал и меня смотрели, ребятки. И вам не сложно, если я вам понравилась. Я вас очень сильно умоляю, ребят. Вам буквально 2 секундочки, а мне приятно. И я вам нож буду выводить, ребятки. Поэтому мне не сложно для вас это сделать. Я действительно говорю вам. Так. Так. У нас тут этот. Угу. Получается, мы идем сюда. Купаем этот. Что нам дает Star Trek Tester? Прекрасно. Прекрасно. Так. Ну давай, Грисбол. Не подведи, чувак. Ты же можешь, братан, я знаю, я верю. Вот, я же говорю, что можешь. 51, и вот это все 95. 95, 122, замечательно. Апгрейд 123 на 300 рублей. Ну, вот такую, на такой аук, что ли. И он у нас, ребятки, залетает. Вот, ребяточки, как-то так. Так, авик, что ли, продать, ребят? Продать, не продать. Давайте продадим авик. И у нас уже есть 162 рубля на вывод, грубо говоря. Открываем глубину. Падает преобразователь. И его также можно пульнуть на 200 рублей. Думаю. Протокол. Протокол у нас заходит. Заходит, ребята. Замечательно. Это прикольно, ребята. У меня получилось сделать для вас контент. Представляете, как мне нравится это. И не только контент, но еще, ребята. Давайте попробуем вообще долбануться. Вот эмочка Ненуар. Так. Я охренею, если она залетит. Но она, ребята, не залетает, к сожалению. Так что и 10% тоже было. В этом ролике. Если вы, ребятки, захотите, чтобы я ставил по 10%, вы, главное, мне пишите. Исполним любое ваше желание. Главное, ребятки, чтобы я видел от вас активности. Потому что если будет активность, и будут охерительные ролики. Так. Угу, белая рыба нам падает. Не так все страшно. Так. А, нам на него... Ой. Нам на него не хватает. А, ну тогда у нас получается только на один. Вот это хватает. Окей. Пустынная атака. И мы это все... Контракт 29 рублей. 34 можно пульнуть на 80, думаю.
песчаная буря. Но если не залетит, то я пойму. Да, ребят, он не залетает, но и так у нас уже вот что есть на вывод. И я, ребятки, если честно, этому уже рад. Реально, действительно, для вас скинчики есть. Причем все ребятки такие, я бы сказал. Да, тут есть 206 рублей, но он красивый. Протокол подъем, вообще прикольный. Пожиратель вот есть. Seed Meat, блин, прикольные скины, ребят. Реально прикольный. Так. Я вот думаю насчет Фейсевена, ребят. Взять его что ли продать? Вот эти скины оставить, а Фейсевен продать. Потому что есть у нас уже красивый Фейсевен. Вроде по крайней мере, как я помню, был. Так. Ладно, давайте его продадим. И полетим в глубину. Так, глубина, 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 полет 27, хорошо. Кабан нам так и не хочет, ребята, открываться. Он закончился, но обещал вернуться. Ой-ой, плохо. Грисболт больше не открываем, я вас услышал. Ну давай, девайсы откроем еще. И девайс элитное снаряжение 19. Ой-ой-ой, плохо, плохо, плохо. Ну и лифманг откроем. Лифманг, что ты нам дашь? Ты нам дашь такую фигнюшку. Окей, я тебя услышал. Так, и вот это все мы пуляем контракт. Полетели. 58, это хреново, ребята. Ну ладно, не страшно. Давайте возродим, попробуем возродить. 30%. Нет, ребят, не заходит. Ладно, я понял, принял, обработал. Ребятки, мы это все выводим. Все. Сейчас, ребятки, мне поступят трейды. Вот. В конце видео вы сейчас увидите эти скины, которые мне пришли. Поэтому я ожидаю, ребятки, трейда. Для меня это буквально 5-10 минут. Для вас, ребят, 2 секундочки. Так что уже увидимся там. Давайте. 2 hours later. Это уже зашли в КС-ку. Вот, пожалуйста, первый скинчик я вывел. Стартрековский, кстати, АУК. Вот такой, ребят, красивый. Не знаю, как вам. Думаю, вам понравится. Он, ребятки, у нас после полевых испытаний. И пожиратель вот такой, тоже прикольный. Вижу, да, пошорпанный немного. Слегка можно кликами, кстати, закрыть. Если вам нужно будет, ребятки, я накликами без проблем закрою. Ну, скорее всего, закаленный, да? Да, закаленный в боях. Ну, тоже неплохой. Вот, что, ребятки, сегодня вообще выбил. Выбил вот такой Cyrex, Юспик. Вот. Потом вот такую эмочку, ребят. Эмомозавр. Тоже стартрековская. Потом дистехника, ребята. Вот такая, переливающаяся. Вот. Потом буйство красок, ребят. Тоже такой пошорпанный, да, не спорю. Но все равно классный. Вот это тоже мне, эмочка, тоже очень нравится. Укорист лучистый. Вот. Тоже сегодня все, ребятки, на КС батле. Стартрек вот такой. Фейсэвен, городская опасность, ребят. Скинчик еще себе выбил, ребят. Вот такой, ну, стандартный. Но все остальное, ребятки, у нас старенькое. Так что, ребят, спасибо вам большое за просмотр. Ставьте большие пальцы вверх. Подписывайтесь на меня. И хочу вам сказать, ребят, давайте поднимем, пожалуйста, активность на Твиче. Как я только увижу активность, все эти предметы, ребят, все эти предметы, скины, кейсы, будут именно ваши. Я вам обещаю, а вы мне, ребятки, помогите в этом. Ссылочка находится в описании на Twitch. С вами был Файзер. Всем, ребятки, пока и удачки.